Мөлдір руки. Мөлдір, қолыңызды айқастырамыз. Айқастырамыз, иә. Ах-ах-ах. Айгерім, иғалым. Вы были. Ха-ха-ха. Ну. Ой, дамаңыздар, осы жерде тұра беріңіздер. Так, полуприсед, полуприсед, Ержан. Я все вижу. Зарина и Азамат ниже. Да. Так. Вы вообще не полуприсед. Дана и Николай ниже. Должны упираться на мяч. Полуприсед. Руки в области груди. Мөлдір, Ержан, төменрек, төменрек, полуприсед. Мөлдір. Мөлдір, сіздерге соңғы ескерту жасаймыз. Надо опираться на мяч. Полуприсед. Арқаңызбен тірейсіз допты, я. Жартылай отыру керек. Ой-ой-ой, Абат и Диля тоже выбыли из игры. Ничего страшного. Ержан, Мөлдір, сәль төмен отыру керек. Болмаса редакция сіздерді ойыннан шеттетеді. Дана и Николай, вам тоже нужно присесть. Вы не в полуприсед, вы стоите почти. Опирайтесь об мяч, да. Оп, руками не помогаем. Скрещиваем руки. Да. Ай-яй-яй, Ержан и Мөлдір выбыли из игры. Руками не помогаем. Зарина, Азамат. Зарина, Азамат, вы трогали мяч руками. Зарина, Зарина, выбываем. Редакция просит. Зарина руками помогала. Зарина руками помогала. Людмила, Остап, все оставшиеся пары ниже. Ниже нужно присесть. Полуприсед. Полуприсед. Нет, 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 руками нельзя. Ниже. Артур, ниже. Ты практически выпрямился. Спину прямо и полуприсед. Остап, вам нужно тоже ниже. Полуприсед. Николай с Даной. Я понимаю, разница в росте, но вам нужно... Да. Еще ниже, нужно в присед. Артур, спину прямо. Дана, локтями не помогаем. Я вас предупреждаю, 9 камер, редакция за всеми нами следит. Будет еще одно замечание, будет дисквалификация. Да, дисквалификация, да, да. Ну, вы меня поняли. Ага. Артур, вы уже стоите чуть ниже. Присед, присед, полуприсед. Остап и Людмила, все отлично у вас. Ай-яй-яй-яй-яй, локтями не помогаем. Локтями не помогаем. Держимся. Вот, правильно, вот. Артур, выпрямите спину и в полуприсед. Вы уже почти стоите. Мы понимаем, спина, все болит, мы понимаем. Но Артур ниже, ниже. Локтями не помогаем, Дана. Артур, спина должна быть прямо. Артур, мы вам делаем последнее предупреждение. И Дана, мы вам тоже делаем последнее предупреждение.
Руки должны быть перед собой, вы локтями не помогайте. Остап и Людмила, вам тоже предупреждение за компанию. Вы должны присесть немножко в полуприсед. Артур. Николай хочет залезть прямо на кран. На кран не опираемся, Николай и Дана. Ай-яй-яй! Дана и Николай выбывают. Просим присоединиться проигравшим. Оставшиеся пары, станьте нормально, выпрямите спину, Артур. Опора должна быть на мяч, полуприсед. Вот, полуприсед. Еще одно предупреждение, и все, Остап и Людмила становятся четвертыми финалистами. Держимся. Людмила, спину выпрямили. Остап, нужно сесть ниже. Полуприсед. Вот, теперь лучше, Остап. Ай-яй-яй-яй-яй. Уважаемые наши телезрители, напомню, именно в эту пятницу мы разыграем, то есть подарим ключи от автомобиля лучшей паре. Именно в эту пятницу. Артур, руками не помогаем. Ногу от подиума. Да, правую. Вот. И в полуприсед. Людмила, выпрямитесь, вы сгибаетесь. Обе пары должны сесть сильнее. Бедрами не касаемся друг друга. Вот, 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 вот. Ай-яй-яй, Остап уже у него судороги. Артур, нужно выпрямиться. Құрметті, 31-ші арнаның көрермендері. Дәл осы жұма күні біз керемет автокөлікті өз иесіне табыстайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Держимся, держимся. Артур, ногу с подиума. Все видно. Еще одно нарушение. Мы вынуждены будем с вами прощаться, Артур. Да-да-да-да, но ногу убрал, я тоже смотрю. Да. Ай-яй-яй. Людмила, вам нужно выпрямиться. Опора должна быть на мяче. Не на ногах, не на друг на друге. Артур, выпрямимся. Артур, еще нужно выпрямиться вам. Выпрямиться и в полуприсед. Да, да, в полуприсед. Я понимаю рост, но так как мы определяем финалиста, здесь должно быть все по правилам. Ну, как обычно. Мы приняли решение, Артур и Анастасия, вы касаетесь друг друга телом, и много очень замечаний, предупреждений было, и мы вынуждены с вами прощаться. Да, это решение редакции, решение.